Отличная игра. Какая? DS2. DS2? DS2. DS2? Да, DS2. Ну, знаете, топы мобов, бесполезная характеристика, конченая DLC. DS2. Всем привет. Я вернулся из отпуска. Это был длительный достаточно отпуск. Давно у меня такого не было. И в этот раз я хотя бы куда-то ездил. Это прикольно. Надо было делать это почаще. Вот. К сожалению, ничего не придумали, что будем играть после Готики, пока меня не было. Ну, ничего страшного. У нас есть Dark Souls 2, который можно допройти и удалить. Ну, как допройти? DLC я дропаю нахрен, потому что карище какое-то неимоверное. Ну, бесит просто пипец. Можно было бы пройти, конечно, да. Но я что-то задолбался уже там. Бегать по этим коридорам десятки часов утомительно. Сейчас добьем сюжет основной и удалим это, нахрен забудем. Надеюсь, дальше будут какие-то более интересные игры. Да. Ну, Dark Souls 3 когда-то было тоже. Он у меня есть даже, поэтому обязательно у него поиграем. Но я думаю, надо было что-то другое придумать. Хотелось бы что-то экшонистое, наверное, поиграть. Но надо, короче, понять, что именно. Так, сейчас надо было вебку, наверное, подвигать, чтобы не закрывать число душ, а закрывать эти хероборины слева. Да, наверное, так. Так. Бунк. Это сюда. Блин, число в него вот видно. Или видно? Хрен знает. Короче, непонятно, видно, не видно, насрать. Похрен. Пойдет. Погнали. А что нам надо сделать-то? Мне бы вспомнить, что надо сделать. То есть мы убили тех двух чуваков. Убили короля. И нам вроде надо вернуться туда же, где эти чуваки были, нет? Что у нас там, кстати, есть? У нас человечность есть? Ну, вроде бы есть. Так, что там? Это. Это перекат. Так, бегать-то ничего. А, на Б. Вау. Так, а прыжок мне на что? Да блин. Че нажал? А, во. Ага, все. Вроде разобрались с управлением. Значит, теперь можно идти. Идти, куда нам надо идти? Вот куда надо идти? Как теперь вспомнить, куда надо идти? Где основное? Вот это? Нет, это не то, это DLC. DLC. Вроде не DLC, но как будто бы не то. Жизнь. Это точно DLC. Альдия. Замок Дранглика. Так, здесь будут драконы тут. Понятно, это не то, что нам надо. Нам надо получать замок Дранглика. Понимаю. Так, точно не сюда. По-моему, там где песенки, да, пели. Это где что-то было, хер знает что, не помню что. Помойка, понятно.
Какая-то комната под замком Дранглика. Центральный замок Дранглика. Бляха, как теперь? Как теперь вспомнить, куда надо идти? Так, окей, замок Дранглика. Отлично. Ну, по идее, нам... Чтительно сюда. Блин, где был этот проход-то? Так, здесь это миллиард конченых тварей. А, вот сюда мы ходили. Вот там двое этих убивали. Вы сейчас будете на меня глядеть, нет? Так, дверь открывается. Бесконечный коридор сейчас будет. Он желание с этим там вроде... Да, там появился теперь туман. Ха. Интересно. Потому что мы здесь убили боссов. Двух. Ну, в смысле, одного состоящего из двух. Сейчас здесь снова туман. Неспроста. И, конечно, было смешно, если мы сейчас зайдем, таки убьем его, если конец. Ну, чё там? Кто там? Кто это? Ты кто? Херня какая-то. Ты хищник, что ли? Ты кто вообще такая? Че, вис косой? Это хищница, получается. Будь един с тьмой. Да я так един. Ну, Нашандра. Таласт или чё? Барин. Она травит. Говно. Она проклинает. Ебдрить, колоптить. Она бесконечно проклинает. Ебдрить, колотить. Че? Как? Ничего не понял. Как будто бы мне надо антикурс нахерачить какой-то. И это изи вин. Нет? Ну это может первая фаза какая-нибудь, не знаю. Окей. И чё? А я же могу что-нибудь, да, там, типа, что-нибудь такое, что-нибудь. Это что дает? Я не помню, что это дает. Drop items в жопу. Что-то антикурс. Антикурс есть? Что-то антикурс. Dark defense. Poison bleeding. Курс resistance. Curse by drink. Пойдет? ХП у нас половина, это не радует, конечно же, но мы не делаем вот так. Делаем рест. А это ласт или что? Получается ласт? Что я еще могу сделать? Есть у меня что-нибудь там? Трава на антикурс.
Бам-бам-бам. Кирс Пойзен. Пойзен, Пойзен. Херня, херня. КП восстанавливает длинный период времени. Ты можешь ее сожрать? Вот эту штуку. Подожди, не то делаю, ну ладно. Bleeding, Petrify. Dark Defense, Fire Magic, Poison. Какашки, да? Какашки, какашки-то кайф. Всякая говнина. Ну, пока выглядит так, что самое подходящее это ничего. Это ничего. Ничего не подходит. Но мы можем... Мы можем использовать этот корень, типа, не знаю. Он, по идее, будет подхиливать. Poison. Poison. Все poison. Это все poison. Че, где корень? Этот корень. Можно еще что-нибудь взять, типа, пробовать. Fire. Или poison. Poison вряд ли на нее пойдет. Вот fire. Так, как листать? То. А, вниз, все, вспомнил. Так, вспомнил. Не вспомнил, но вспомнил. Ну ладно, чувиха. I am coming to you. Сейчас я тебе One with the Dark сделаю. Я надеюсь, что у меня есть какая-то вторая фаза. Ну, либо это не ласт. Потому что пока выглядело печально. Она почему-то почти отъехала. Тут тоже вызовы еще. Ни хрена, здесь три вызова. Раз, два, три. Ни хрена себе, три вызова. Че? Че так много? Походу надо заранее эту ветку жрать. Может, мне первый раз просто повезло? Странная фигня. Огонь показалось, что мало. Больше не стал снимать. Там тоже 700 чем-то было первый раз. А что у него? Какое? Еще кольцо есть. Ну, типа, какие кольца надет? А, это на атаку. На все. Это на курс. Это на дамаг. Все, понял. Нормально. Пойдет. Надеюсь, что она работает как баф, реально. Типа сейчас съедаю, и оно еще и хилит постоянно, да? Это же так должно работать, или как? Я сейчас сразу же захаваю. Заходим. И оно уже, типа, должно хилить, да?
Хотя да, побольше. С огнем побольше. Что-то она ни хера не хилит. Дальше. Серьезно? То есть все, это весь босс был. А, это DLC? You, conqueror of adversities. По-моему, долцешное что-то, да? Чего? Что? За нахер? А, это говно. Опять вылез. Алло-алло. Чего, блин? Мне даже не дали воспользоваться моими 90 тысячами, блин, душ, которые я полутал только что. Че за скотство? Грязь какая-то. Че, Fire Flame? Fire Defense. Во. Че за... Че? Какого хера? Чувак, ты охерел? А че я его даже не ударил ни разу? Че мне еще продамажил? Вроде от шаров увернулся. Он сам по себе дамажит. Так, ладно. А может быть, тут всегда сейчас так надо бот убивать? Типа сначала эту... Ну хотя нет, там же написали Victory Achieve. То есть сейчас мы должны закинуть на этого сразу же. Пердит. Тварь. Так а ч... Бляха, чё за херня-то? Че за жопа? Скотина. Че за херня? Чем так насаживает? Вообще бесконечно может ими кидаться. Если просто бежать, или буду от них все-таки выращиваться, или они должны кувырком только перевод, ну, и войдется. Ба-ба-ба-ба. Просто пока ни хрена не понял. Ни хрена не понял.
камера дергается странно, пока поэтому бежим. По склонам. Три чувырлы. Еще и четвертый на входе там, где может вызываться. Ядрить, колотить. Прям дамажит еще, ядрить, колотить. Неожиданно было. Так он сдох, как сучка, простите. В итоге. Окей. Да? Все? Трон мой? Какой вопрос остается? Что я на самом деле хочу? Хочу удалить это говно к херам. Че, какие выборы-то есть? Не понял. И че, и как это понять? Это что? Что ты мне предлагаешь? Что? Вот это что? Это что? Это трон? Это что-то другое? Чё ты хочешь? А, трон? Ну, а это чё? Покинуть трон. Да ядрить, колотить. А чё, помню, что ли, чё надо-то? Чё надо? Чё нам надо? Нам надо трон? Давайте воссядем на... Воссядем на трон, да? Воссядем на трон, короче, насрать. Жоп, вот мое королевство. Королевство... Дрочество. За. Чё-то за лягушечки. Это големы? Не можешь сейчас построить мне для трона? Трон. Кого-то напоминает, кстати. Напоминает Кабуту из покемонов. Если я правильно помню. Или не Кабуту. Не Кабуту. Подожди. Кабута это кто такой? Тут как Кабута. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew. And all of this will play out again. А, как будто не то, да. Сорян. Хитман Ли или Хитман Ча? Не помню, короче. To embrace or renounce this. То есть мы прошли за 20 минут эту киру. Охренеть. Ну, это основные боссы, да? Угу, охереть. DLC тебя просто во все щели. Основной сюжет просто на изичу проходит. Окей. Зашибись, зашибись. Я хер знает, зачем так было делать. Great sovereign, take your throne. Прикольно, что с человечностью я это делаю. Ну, типа в человеческой форме. Не в форме нежити. Кайф. На стиле ядрить просто жесть. What lies ahead, only you can see. Да? Блин, вот если бы я знал, что впереди...
Вот мы никого нет, тут не с кем обсудить, что дальше-то играть. Что-то игра кончилась за 20 минут. Ёшкин крот. Давно я надо было удалить жопу. Говно это. Что-нибудь декларируете? Да, DS2 не ногой. А все, концовка, да? Типа, от DLC-ка попасть. Сейчас НГ плюс же пойдет. Блин, надо бода проходить. Да и насрать. Пройдено. Все. DLC идет в жопу. Жопу DLC идет. В целом игра как бы неплоха. То есть это все еще Dark Souls, да, как мне и говорили, с бесполезной там характеристикой этим АДП, хрен знает зачем она надо. Да, мобья дохрена, они тебя бесят. Это тоже так. Но терпимо, более-менее, ладно, там не так, что постоянно этим закидывают. Терпимо. Боссы по большей части были простые и скучноватые. То есть в первой части мне как-то больше понравилось, как будто бы было интереснее. Чаще интереснее, чаще какой-то челлендж был именно на боссах. Но DLC — это отдельная история. DLC — это просто какая-то дрочильня, где в тебя реально засовывают миллиард мобов, которые тебе надо каждый раз проходить, чтобы до босса добежать. Ну, либо зачистить миллиард раз их убить. И, ну, миллиард, 12 раз надо убить, чтобы проходить уже свободно. Но, блин, их все равно до хера слишком. Слишком много мобов там насовано. Зачем, блин? И при этом и боссы-то, они там уже позадрочнее, так прилично, прям ощутимо. Да. Ну какого хрена? Просто как будто DLC делали отдельная команда, которая любит причинять боль людям, я не знаю. И им поставили задачу сделать это так, чтобы все горели и страдали. Что за фигня? Что с титрами? У вас титры поплыли. Все, отплыли, все нормально. Титры вернулись, ладно. Вот, а так, ну, не знаю, Dark Souls. В целом неплохая игра. Концовка вот, оказалась какая-то странная. Но опять же, вопрос к боссам финальным. Не финальным, просто к боссам. Основной сюжет, они... Какие-то странные, простые чаще всего, блин, хрен знает. Возможно, в NG+ это все меняется и становится по-другому, не спорю. Но NG+ Dark Souls 2 я не хочу играть. То есть у первой части я, в принципе, даже прошел почти все. Просто NG+ 1 хотя бы. Но я там стал играть по-другому, не так, как первый раз проходил. Уже не в задроченных доспехах мощных Вовер Пауэр и там с этим Свейхандером, а с катаной и в легких доспехах. В принципе, неплохо получается, как бы норм. И это прикольно, как-то все равно ощущается. Вот. А тут даже не хочется играть NG+. Хрен знает. Не могу сказать, что вот вторая часть какая-то прям желаемая для перепрохождения. Вот. Игра скучная, нудная. Но неплохая, еще раз скажу. Неплохая. То есть это все равно Dark Souls.
недостатками. Вот такие дела. Так, ну чё? И чё нам дальше делать тогда? Чё нам делать дальше? Чё можно поделать? Надо посмотреть, что в Стиме есть, наверное. Можно сейчас что-нибудь просто включить, пока такое. Для отвлечения. Я в Wildlands играю в фоне, типа, просто Wildlands. Подожди, Wildlands называется? Или как там, Tom Clancy, который, короче... Можно его пока поиграть, но... Хрен знает, там ничего не происходит. Там ничего не происходит интересно, поэтому... Для стрима это как будто бы фигня. Это просто no-brain прям игра. Бегаешь, стреляешь, катаешься. Ничего интересного не происходит. Можно Doom врубить пока. Первый. Я его начал проходить на Steam Deck'е на Ultra Violence. Первый эпизод прошел. Можно там второй поиграть. Пока что. Что еще у меня есть установленное? Bioshock Infinite. Ни то, ни бот смотреть и что-то и не хочется. Cold Fear я хотел попробовать поиграть, но хрен знает, будет ли кто-то смотреть. Скорее всего, ни то, ни бот смотреть, потому что это... Супер нишевая штуковина. Резик, первый, второй. Village. Можно Village запустить на самом деле. Типа. Почему бы, может, и нет? Может, реально в Village поиграть? Типа, это игра, которую, возможно, кто-то зайдет посмотреть. Ну-ка. Кто-нибудь вообще смотрит Village? Не сюда, да? Или куда? Resident Evil. Village. Так. Стоп. Можем без звука, спасибо. Как понять, где... Как игру выбрать? А, вот сюда. Категория не существует, охереть. Как так? Сейчас категория не существует. В эфире. Категории. Теперь вы можете слежить свои любимые игры. А, это отслеживаем, это не то. Просмотр. Категории. Village. И чего? Village. Еще не находит нихера. Resident. А нифига не находит почему-то. Офига. Почему я не могу найти категорию Resident Evil Village? Сейчас все начальники какие почему-то не ищут. Как-то работает. Резидент. А, ну вот. Резидент 1,8 тысяч зрителей. На 1,6. Ну, тот смотрит. Типа... Можно попробовать. Это и пострелять, и попугаться, типа, должно быть неплохо. Ну, можно начать, как минимум, попробовать. А там посмотрим, если ребята подтянутся. Предложат что-нибудь другое. Поиграем что-нибудь другое. Но в любом случае хотел Village поиграть как-нибудь на стриме. Поэтому почему бы и не сейчас? Да? Единственное, что надо модельку бы проверить. Но, по-моему, у меня не работает. Точнее, у меня она, по-моему, с новогодней шапкой. Необходимая моделька. Ну-ка. Так, три. Как это называется?
А, смотрите-ка. То есть оно не скидывает прям в конец игры. Оно дает дальше играть. Друзья, где те 90 туш? Туш-туш. Или за этого ничего не дали за аудио, что ли? За аудио ни хера не дали? Дали. Илана, Сира, Лорн, Сидни. Вот наш Андро. Реально за него ничего не дали? Ни хрена я туда убивал. Ладно. Так. Я сейчас левый не спасу. Типа, почему бы нет, да? А чё я куда вкачивать должен был? Чё я вкачивал вообще? Ну, чё, все статы какие-то круглые. Странная фигня, да? Ну, срать, туда не будем, чё вкачивать. Ладно, тогда выходим. Из этой шляпы.